С 2011 года мы запустили новый механизм. Это 10% выплата тем молодым семьям, которые желают получить выплату, не дожидаясь своей очереди. Это направление оказалось востребованным у молодых семей Прикамья. Более 1000 участников краевого проекта уже получили свидетельство на приобретение жилья на сумму, равную 10% от его расчетной стоимости. Для того, чтобы выдать такие сертификаты всем, кто фактически обратился за выплатами, а это более 3000 молодых семей, было принято решение увеличить финансирование на 253 миллиона рублей. А на следующий год под краевую программу обеспечения жильем молодых семей в бюджете также зарезервированы серьезные средства. В следующем году молодые семьи получат 800 миллионов рублей на приобретение жилья. В общем, немалая сумма. 10% свидетельства предоставляются с сентября. В этом месяце планируют начать выдачу сертификатов в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья. Средства федерального бюджета в размере 125 миллионов рублей в регион уже поступили. Ожидается, что такие сертификаты получат более 1000 молодых семей. Елена Закирова, Василий Дулепинский, телевизионная служба новостей.